Всем привет, народ. 22 апреля сегодня. Всех с прошедшим праздником. Ураза Байрам вчера был. Овечки. Скоро надо будет стричь. Вроде бы потеплело. С сегодняшнего дня вроде как бы потепление идет. Но сейчас где-то плюс 2-3 градуса. Но все равно. Снег еще есть. Снег еще лежит вон. Овечек больше уже фуражом, ну, зерном. Ячмень, овес. Уже перестал так много им давать. Потому что, ну, вот видите, уже и курдюк отъела себе какой. Вообще, вот вместо этого курдюка там просто было вот что-то вот такое. А за 2-3 месяца. Когда мы их повезли? По-моему, месяца два им. Даже меньше. Но они отъелись хорошо, прилично отъелись. Набрали массу. Все, жирных овец нам не надо, потому что потом они нам не родят просто. Теперь фураж будем давать, ну, 1-2 раза в неделю и все. А так сено. Сено, сейчас пойдет трава. На сене и на траве будут поддерживать свои формы. Также и баранов. Сейчас просто баранов кормлю еще каждый день этим зерном, потому что будем резать одного. А нужен такой баранчик с мраморным мясом, чтобы он не начал худеть. Его мы будем как того зарежу. Вот той охота, что ли, приходит. Вот черная. Что-то начинаются вот эти проявления. Нюхать, прыгать сейчас начнет на нее. Ну, это когда в охоту приходят они. Нюхать воздух, ну вот. Да. Вот. Начинается проявление. Когда у любого живого существа, я так думаю, когда желудок пустой, все мысли только о еде. Потому что я сам испытывал голод в армии, я это знаю, на учебке. Нас плохо кормили, и я это прекрасно знаю. Думаешь только о еде. То же самое у животных. Когда ты голодный, тебе ничего, никакие размножения, вообще ничего не надо. Только чтобы покушать. Все. А когда желудок полный, начинаешь думать уже обо всем другом. Ну и в частности о размножении тоже. Поэтому, когда животные в форме, не зажиревшие, все нормально. Вот так вот, вот. Первые признаки охоты. Тогда все нормально. Пойдемте. Попугаев птенцы уже. Так, вот здесь, которые были. Ну, короче, до сих пор идет разбор полетов. Где-то яйца выкинули, где-то добавили, где-то убавили. Давайте здесь посмотрим с этого края. Там что, 2 птенца, да? Ну да, только-только вот вылупились. Вот пищат, ладно, родители кормят. Вот здесь птенцы уже побольше. Вот хороших мамаш сразу видно. Они не улетают, не убегают, сидят с птенцами. Тоже вот уже птенцы побольше. Вон птенец мертвый лежит. Вот он. Сейчас достану. Вот. Мертвый птенец. Убираем. Попугаи все молодые абсолютно здесь. Здесь кроме, ну, не абсолютно, а по-моему 2-3 пары, которые размножались там. У них опыт есть. Яйца, по-моему, только. У них опыт есть, а остальные все молодые. Поэтому, ну, возможно, вот такие случаи. Так, здесь, видите, ничего нету. Так, здесь что-то есть, но там в углу не видно.
Ой, как много яиц у нее. Да, ладно, ладно, все. Очень много яиц. Птенцов нет еще. Вот тоже кладка большая. Так, здесь никого. Не знаю, кто там, ну, что-то хорошо греет. Так. Там яйца. Ладно, все, давайте. Ну, видели, здесь у нас... Короче, в этих домиках тоже начали гнездиться. Одно яйцо. Ну-ка, давайте. Яйца. Пусто. Ну ладно. Вот эти новые домики, видите, тоже уже пошли. Пошли в этот. В работу. О, даже здесь есть. А, это вот, смотрите, которую я говорил, чуть не убили. Она два яйца снесла. Вот это попугай. Ей бы думать, как бы выжить. Она еще яйца снесла. Вообще, молодец, красава, короче. Хорошо. Сейчас солнышко. Скоро снимем эту пленку уже с вольера. О, тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Все туда. Давай. Все, вообще. Сейчас снимем эту пленку с вольера. И вообще будет красота. О, пчелки даже уже полетели. Пчелки тоже полетели. Очень холодная весна, очень холодная. Пчелы до сих пор, ну, нормально там не летали еще. Даже еще, ну, несколько пыльчинок притащили один день, и опять морозы пришли. Пойдемте посмотрим курочек, марашков. Эти молодцы и поют. Уток пересаживал. Короче, толку нету, все возвращаются в одно гнездо. Ну, сидят на яйцах. Есть там яйца, не знаю сколько, но пускай уже сидят. Раскидывал их по гнездам, убирать в другое место, бросят. Короче, надо как-то делать гнезда поменьше, чтобы вот так в кучу не лезли. Эти вот павлинчики только зашли, уже ходят по двору, на улице. Там вторая партия пискунов подрастает. Скоро и родители сюда переедут. Селезень охраняет. Починил я, кто вил, показывал. Помнит, вот эта часть вольера, крыши упала вот сюда на пол. Вот это все было, это сломано снегом. Вот поставил стойки. Здесь, ну вот, к ветрам были сумасшедшие ветра, опять вырвало немного, ну ладно, не страшно. Здесь все вот, вот видите, вот это все было вырвано. И починил, так вроде бы и незаметно, что что-то ломалось. Все опять стоит, как прежнему. Ну, вот она, тяжелая артиллерия, бараны. Сейчас просто кормлю вот то, что надо будет резать вот этого. Так уже тоже надо уже перестать их кормить так хорошо. Ну, фураж вы съели, зерно. Потому что к осени нам нужен вот этот будет. Вот, видите, дерзкий, нормально. Вот видите, чувствует силу. На меня уже нападает, видите. Боевой, молодец. Только я тебе дам по башке, если меня ударишь. Так что, видите, попытки нападения. Все, вот, все. Животные должны знать место. Не дай бог начнут
осознавать, что они сильнее хозяина, тяжко придется. Что собаки, что бараны, ну и все другое. Все, успокойся. Вот этот, захожу один день, просто на него посмотрел, смотрю и чувствую, что с ним, видите, с ним что-то не то. Он стоит, по глазам смотрю, глаза красные, и не ест ничего. Ты сейчас задавишь его. Все, вот такой прыгнет на вот эту сейчас овечку, он же ее раздавит. И этот... ничего не ест, стоит просто печальный. Даже не убегает. Вот я к нему подхожу, он просто вот печальный стоит и все. Я уже думал, все, придется его резать. Это, не ест, воды попил, дал левомицин. Эльмира спросила, я говорю, что там? Ну, посмотрел на задницу, вроде бы поноса нету. Обычно, когда вздутие, идет ужасный понос. Поноса нету. Уже испугался, думал, что-то не то с ним. Дал левомицин. Блядь, к вечеру смотрю, уже подошел к кормушке, начал есть сено, попил. И буквально на второй день все, вот такой дерзкий стал опять. Поэтому вот от вздутия, я думаю, все равно было вздутие. Потому что я им дал до этого много фуража и этого, как его, жмыха подсолнечного. Видимо, много жмыха он съел подсолнечного, и ему его вздуло. Видите? Подходит даже ручной. Молодец, молодец. Ты хороший. Там рожки, что ли, зачем? Не надо, не надо, не прыгай. Молодец. Хорошо, когда скотина тоже вот так ручная. А овечки вообще сильно, это дикие. Эти привыкшие уже. Молодец. Нет-нет, я их бью шлангом, чтобы вот так не выпендривались. По-моему, наливаешь воду, просовываешь отсюда лейку с разбега, и ты улетаешь вместе с лейкой. Поэтому беру шланг раз по заднице, там все. В следующий раз уже на неделю хватает им заряда, уже понимает, что не надо. Через неделю забывают. Вот рожки, смотрите, крошатся. Зачатки рогов. Чешется, что ли. Ну, ладно, все, пойдемте курочек посмотрим. Вот такие. Корочки загорают. Хорошо, солнышко. Молодку всю выгнал нахально. Закрыл лаз, но уже вон через окно залетают. Сейчас буду открывать канарейкам окно. Это, там на яйцах уже сидит одна самочка. Вот она, молодочка. Насильно всех выгнал, закрыл лаз. Уже несутся. Ну, в день по три яйца. Два, в два вот от доминантов, вон тех чубатеньких. И одно-два яйца белых. Вот опять залетели. О, их опять дофига залетело. На солнышко греется. Ладно, надо приучить их к улице. Не хотят выходить ни в какую. Вон они все, видите? Вот они все здесь забились. Сейчас их надо оттуда выгнать на солнце. Сейчас приучаем их к улице. Скоро пойдут туда, за забор, на траву. Надо, чтобы привыкли. Вот, выгнал их. Еще немного внутри опять зашли. Так что, пускай привыкают. Это двухгодовалые доминанты. Это клушка, вечная клушка, вечная. Она, по-моему, 108 ходит и квохчет меня. Сейчас потеплеет, надо будет все эти бардаки убирать, наводить здесь порядок капитальный. Деревья посадить еще. Ну, видите, там все замерзший, снег лежит. Эти купаются. Скоро пойдут. Сейчас покажу, куда пойдут. Здесь у нас заброшенная дача. Вот сюда пойдут гулять. Здесь еще снег, следы, лис. Курятнику приходят, видите, сволочи. Они, шучу, это кошки, наверное. Джесси здесь разгон даст всем. Ну вот прыгают, по крайней мере, сюда. Топчется, сюда залазит. Свои, наверное. Нюшка с Цезарем.
И вот скоро вот здесь зазеленеет. Курей выпустим всех туда. А так еще снег пока. Вот еще лед. Ладно, пойдемте. Попозже окно открою. Похолодало, что ли, опять, а ветер подул. Наконец-то начинает цвести верба. Вот они, цветочки. Сейчас в тени плюс 5, пчела все равно не так много. Сейчас прошелся, посмотрел по всем вербам. Но вот этой самой много пыльцы. Пчелок, смотрю, таскают пыльцу, думаю, откуда таскают. Там вербы стоят вдоль ручья. Еще без пыльцы. А здесь более солнца много, видимо, все. Зацвела. Ладно, сейчас развитие пчел пойдет. Вот они летают. Пыльцу собирают. А этот ручей еще, видите, где у меня утки плавают. Ручей еще просто сплошной лед. Нет. Молодки уже позаходили сами домой. Ну, большинство зашло. А, цыпок еще не показал. Цыпки растут. Вот такие. Вот такие уже. Здесь. Здесь у нас инкубируется яйцо черной львинки. Здесь уже есть малек. Ну, короче, процесс идет, перепела. Сейчас надо всех кормить, все ходят за мной. Яйца несут где попало. Вот белые молодочки. Ой, блядь, не раздави! Прям на подоконнике. Вот такие яички вот. Доминанты начали, декалбы начали нести. Вот такие. Сегодня не было голубых яиц от вот этих. Ну, скорее всего, возможно, они есть на улице, потому что они были на улице. Сейчас пройдусь, где они гуляли. И еще пособираем там яйца. Ну, такие вот у нас на сегодня дела. Ну, спасибо за просмотр. Всем пока. И здесь уже вон и взрослые зашли. И вот, да. Вот они, взрослые. Всем пока. Скоро увидимся.